Квартирный блюзовый фестиваль «Кайф» и артисты все хорошие. Но зато, мой друг, лучше всех играет блюз. Блюз – это, конечно же, Сергей Воронов. В течение этого вечера наши души переплетутся и создадут одно огромное облако в виде сердца, потому что любовь очень нужна этому миру. В субботу в 23:55 «Квартирник» у Маргулиса на НТВ.